Приветствую, приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть игру Murdered. Надеюсь, я правильно прочитал. Хрен его знает. Итак, давайте, мы закончили с полицейским участком. И нам надо продолжать действия дальше. Куда мы пойдем, я хрен его знает. Честно сказать, не помню, да. Поэтому смотрим, смотрим, куда нас приведет. Так, кладбище. Нам надо на кладбище. Хорошо, прекрасно, так. Кладбище. Охо. Давайте кладбище. Охо. Блин. Вот здесь ничего нет такого, чтобы мне потом сюда не возвращаться. А так бы тут, блин, так похоже, как будто здесь что-то надо сделать. Ай-яй-яй-яй. Вот, смотрите. Оп, исчезли, падлы. Ну ладно, что, я уж не расстраивался, я уж привык к этому. Так. Здесь мы вроде как убрали. О! Подождите. А здесь я был. Был. По крайней мере, я так думаю, что я там был. Ой, что я там был. Что я тут был. Там. Так. А, вон, смотрите, вон она. Хрен нас там, блин. А это же еще и не прыгает. Подождите. А как мне быть? Я как понимаю, это должна быть кошка. Блин. Как? Мне не знаю, как кошку вывести, честно скажу. Там, блин. Кошкой до хрена всего. Так, вот. Ну чё, я тебе уже всех нашел. Так. Ну. Все три, что тебе еще надо-то? Он и изменял, найти ответ. Ну. Встречается ли мужчина? Что-то еще не нашел, что ли, или что? Ни хрена. Ни хрена. Что тебе надо-то? Вот. Найти ответ. Ну, все три нашел, и что тебе? Что еще-то надо тебе? Курица. Хрен на тебя. Подождите. Как вывести сюда кошку? Вот здесь кошка, да, должна быть? Вот она. Вот как мне тебя вывести? Не понимаю. Ну-ка, меня можете освободить, нет? Блин. А куда? Куда, блин? Вот. Куда тебя, блин? Так.
Так. Почему ты не можешь-то туда? По определенным местам только лазить. Почему так? Почему? Давай. Блин, я даже не знаю, тут честно сказать. Но я почему-то уверен, что это должно быть кошкой. Собираются детали-то. И вот сюда тоже кошкой пробираются. Блин, вроде все собрал. Че вам? Как? Или это все потом? Падла, не можешь прыгнуть. Конечно, куда я денусь-то? Эта тварь что-то со мной не разговаривает, хотя я там вроде все подсказки нашел. Раньше это было для меня местом, где лежит моя Джулия. А теперь это просто могила, где зарыт ее труп. Скоро и меня туда закопают. Но это не наш дом, просто клочок земли, куда кто-нибудь придет, чтобы нас вспомнить. Давай, давай, иди, не бойся, ты призрак, кого ты боишься? Оглядываешься кого-то. О, девочка. Ты кто? Спряталась. Бу. Ни хрена ты. Супер. Вот только еще одного долбанного призрака мне не хватало. Давай, заходи на кладбище уже. Прости, что я так долго. Я как понимаю, локации есть. Кладбище, локация, кладбище, локация, церковь, локация, полицейский участок. Вот так. Расхреначены. Я так понимаю это. Давайте. Так, для начала посмотрим, чтобы не было сюрпризов мне тут. Ага. Не все так хорошо в датском королевстве, как могло показаться бы нам на первый взгляд. Ну давайте посмотрим, что вот это. А, я спросила его про татуировку старуху с косой. Знала, что там написано «Обманул смерть», но не понимала, почему. Потом он показал мне шрам. Пырнули ножом между ребер, рана легко могла стать смертельной. Это чудо, что он выжил. И все же этот случай его так ничему и не научил. Не пойму, и почему мне так нравится. Так, ладно. Собрать собрали. Смотрим. Опа. Под мостом мы не можем, нет, собрать такого ничего. Нет, видимо, игра этого не предусматривает. О, призрак, здравствуй. Говори. Ты в порядке? Переживаешь? Ты какой-то дерганый. Я не псих, правда. Но порой вижу нечто необъяснимое. Жуткие, мерзкие вещи. Я даже не знаю, как попал сюда. Больше точно столько пить не буду. Так а чё ж ты не уйдешь? Кажется, со мной была женщина... Может, жена, а может, подружка.
Я точно не помню. Все как будто в тумане. Наверное, я ее жду. Вы с ней были здесь? Вроде да. Мы целовались. А потом она вдруг закричала и отшатнулась от меня. А потом вода. Много воды. Я уверен, вы еще увидитесь. Дамбу прорвал. В местечке получше этого. Спасибо. Че ты его утешаешь? А вот в участке было тепло и уютно, правда? Ты там потихоньку бегала за фонариком? Потише. Я тебя не вижу, и мы не разговариваем. Усек? Тут полно людей, которых я знать не хочу. Эй, повежливый. В досье сказано, что тут произошло убийство. Я вижу только листья и грязь. Ага, а это кто сидит? Они могли зайти в тупик. Не так быстро. Что теперь делать? Сейчас узнаем, подожди. Беру управление в свои руки. Ну-ка, дайте мне его. Я разберусь. Дайте я посмотрю. Похожу, поспрашиваю, поузнаваю. Надо определить, связано ли это дело с другими убийствами звонаря. Так, давайте. А трики будем смотреть с самого начала. Так, хрен его знает, чтоб призраков, ой, призраков не было, этих не было. Так, это чё? А, идеально чистая, так, спящая, оборванная. Оборванная. Так, оборванная! Так, утонувшая. Мертвая. Я не понимаю, почему вы не идете так. Я мертвая выбираю. Выброшена на берег. Подождите, а вот этот хрен... А призрак видел, как тело приплыло сюда по реке, он может об этом рассказать. Подождите минутку. Это, по-моему, тот хрен на мосту. Итак, минутку, давайте вот поговорим с девушкой. Прошу прощения. Пару недель назад вы не застали тут полицейское расследование? Откуда? Я близко не подходила, но кажется, там что-то было. Я не уверена. Так. Прошу прощения, у меня тут микрофон. Микрофон, так. На берегу точно что-то было. Да это я и без тебя уже понял. Видел. Знаю. Сосредоточься на этих уликах. Подожди. Надо остаться здесь и закончить. Уже кое-что. Теперь главное не останавливаться. А что, у меня выкидывает? Уверен, здесь еще автоматически. У меня автоматически выкидывает. То есть в камни я зайти не могу. Так, минутку, подождите. Склеп. А в склепе нету ни хрена. Вот, вот этот был в видении. Подождите. Эй, тут убийство было. Вы что-то видели? Это плыло по реке рядом с трупом. Кажется, оно лежит в тех кустах. Так. А свидетель видел, как река выбросила что-то на берег вон в те кусты. Нужно выяснить, что там. Сейчас, минутку, подождите. Ага, а, в смысле, я до этого, до края дошел. Еще разок. Мне надо идти. Но... Пошел ты нахрен. Так, подождите, вот какая-то штука. Изучить диск. Это диск или что? А, это лента. Лента. Должно быть, это оставили копы после осмотра. Так.
Подождите. Вечно би... Еще нет. Вот с этим управлением, кстати, вот здесь вот у меня немножко проблема. Вот сейчас даже ни хрена не делал, но так как микрофон у меня стоит на столе, а не так, как у некоторых висит. Вот. А дамочка сказала, что видела что-то на берегу. Вдруг это имеет отношение к делу. Все может быть, все может быть. Что-то где-то в каких что-то кустах есть. Да, ну-ка. По-прежнему ничего. Подожди. Мне что нужна твоя помощь. Что мы упустили? Какую-то логическую связь? Так. Вот. Где-то здесь что-то есть. Плохо видно. В кустах слишком темно. А, в кустах слишком темно, нужно там чем-то посветить. Так я и так хотел посветить, блин. Джой, тебе нужно кое-что вытащить из тех кустов. Окей. Ой, извините, я просто употребляю спиртные напитки во время нашей с вами прохождения игры. Так. Что? Веревка. А нахрена нам веревка? Не знаю, что это, но больше ничего не нашла. Так. Ну давай. Будем искать. Должны быть улики. Изучить. Веревка. Минуточку. Это что-то знакомое. Что-то руки-ноги связаны вроде как. Так. Так, и что бы это могло быть? Так, это что, особенности убийства? Ну, похоже, да, веревка. Что это такое? Надо подняться по реке и найти это место. Скажу Джой. Скажи, скажи. Так, сходство с другими убийствами звонаря несомненно. Но мне нужно больше информации. Труп вынесло на берег, значит, убили ее в другом месте. Но где? Берег тянется на мили. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Нет, гений. В стоге иголок. А причем с призраками? Вот бы спросить ее. Софию. Подожди. София. Черт возьми, а ведь точно. Это тот призрак, что шел за мной. Это вот, девчонка никак не отвяжется. Вот она. Это она, та, что на фото. Черт, хватит так делать, ясно? Охренеть. Стой, не оставляй меня. Ты видел? Да, она говорила с мертвым копом. Одна услуга. Дайте ей шанс, она всем нам поможет. Пожалуйста. Так, ой, демоны. Это я прям чувствую своими копчиками. Да, разумеется, слышала. Демоны. Подождите, пока делаем, я наливаю себе пиво. Проклятие. Давайте посмотрим. Живой стала девочка, которая следила за мной на кладбище. А, жертвой стала девочка, которая следила за мной на кладбище. Нужно ее найти. Вот кто бы сомневался. Так. Так. Ой, прошу прощения, подождите. Так, куда ты пошла? Ой, демоны, подождите. Ну это же демон, правильно? Так, а как мне к нему подкрасться? Хрен там. Сейчас, подождите. Блин, их два, три демона. Сейчас, минутку, подождите.
Так, наверх сначала. Так. Со спины, со спины. Так. Порвали. Блин, а куда тут деться-то? Хрен там, никого, ничего нету. Ох ты! Так. Хрена тебе. Так, еще разок пробуем. Спиной, спиной поворачивайся. Так. Порвали. Давайте посмотрим, что за здесь за улика. Блин. А, меня так привлекают кладбища. Особенно старые. По-моему, они похожи на музей. Родан, бедняга, пошел вместе со мной и терпеливо слушал мою болтовню про похоронных, про похороненных здесь губернаторов, про массовые захоронения погибших от чумы, про строителей канала, которые 100 лет назад болели желтой лихорадкой. Сколько людей умерло в этом городе, и какое это же замечательное тихое место, где можно обо всем этом подумать. Что-то, ну, конечно, подумать. Охренеть, а как мне быть-то? Я, блин, вообще не туда даже пошел. Да хрен остав. Чё, не можешь найти меня? Так, ладно. Ха-ха-ха. Por favor. Por favor. Давай. Ренас тебе лысого. А не я сладенький. На! Порвал. Итак, 3 демона были мной одолены. Правильно? Ну, хоть правильно, да, выразился, наверное. Подсказки, закладки и всякую хрень, которую здесь только можно найти на берегу. Прошу прощения, мы нашли. Нашли? Нашли. Ага, во, ворон какой-то. Нахрена ты здесь нужен? Надо, наверное, отвлекать, наверное. Так. А, ну, этого следовало ожидать. Человек с таким количеством татуировок не боится смерти, не боится совершать поступок, о котором потом пожалеет. Но если я хочу быть с ним, то должна знать, что ему не все равно, будет он жить или умрет. Он рассказывает о своей смелости, о риске, на котором идет, надеюсь, он просто пытается произвести на меня впечатление. Ведь в противном случае однажды он попадет в очередную историю, которая печально закончится. Ну, собственно, она и закончилась, эта история, та, которую она боялась так. Да, жалко девушку, конечно. Я опять, я должен быть какой-то маленький, худенький. Хрен там, ни в кого не вселиться, не переселиться.
Это значит, я кем-то должен... Ну давай, давай. ...быть. Чего там сложного? Все это плохо кончится. Чего это ты? Кто все это придумал? А тебе какая разница-то? Ну, хоть будет о чем рассказать. Блин, никогда столько не ржал. Никогда. Чё ты ржёшь? Так. Как вы тут эти проходить? Ты кто? Кто герой? Привет. Кто у нас герой? Мой прадедушка. Я нашел на чердаке его армейские вещи. Даже отбил из его фляги. В нашей семье о нем не говорят. Это из-за того, что он на войне воевал. Угу. Как это, наверное, здорово вспарывать штыком животы, размазывать чьи-то мозги по стенке. С чего ты решил, что это здорово? Поверь, парень, о таком ты никогда не забудешь. Хотя забыть-то как раз очень хочется. И что? Он был герой. Я бы все отдал, чтобы меня таким же запомнили. А меня помнят как труса, который покончил с собой. Сочувствую. А это неправда. Не знаю, как это вышло, но я не трус. И будь я жив, я бы за такие слова кому угодно глотку порвал. А, ладно, да ты еще не самоубийца. Ты не трус. Я понял. Хотя на самом деле, мне кажется, именно ты самоубийца тех, кого не отпевают. Таким, как ты, не дано понять. И кого вы тут ищете? Ай-яй-яй. Ни хрена не понимаю. Мне вот туда знаю. Блин, вот такие уже сколько раз попадались. И как мне туда попадать, я понятия не имею. Граждане. А я отсюда пришел, подождите. Так. Что это? Видение. Опа. Да, опа. Да, а потушеньки. Хрен там, ага, опять не высвечивают. Ты кто? Так, что ты сделаешь? Давай вот так. Тебе помочь? Черт. Да что с ним такое? Ты о чем? Как это азиатка? По-моему, тут все в полном порядке. Он должен напоминать обо мне. Я не была такой... такой грязной. Я была важной особой. Богатой, чистоплотной, нарядной. Знала, как важно следить за собой. Поэтому так не пойдет. Он должен выглядеть лучше всех. Я не такая, как эта шваль. Ты себе льстишь. Это называется в порядке? Так, вроде демонов нет. Так, здесь мне тоже делать нечего. Вот, смотрите, какая-то штука лежит. А сегодня Ронан был на редкость склонен к философии. Обычно такие темы он не любит. Но сегодня постоянно говорит про карму, про то, что должен залатать за какие-то прегрешения. А, заплатить за какие-то прегрешения. Думаю, он имел в виду давние преступления. Именно поэтому, по его словам, он и должен стать полицейским, чтобы искупить свою вину. Другого способа он не видит. Мы находимся в старейшей части кладбища, заложенной еще в 60-х годах 17 века. А это было до или после ведьм? О? У меня мурашки по коже. Может, тут призрак? Здесь и правда есть призраки. У меня мурашки по коже. Да подожди, блядь. Призрак. В этом городе обитают не только ведьмы. Возможно, какой-то скандал, о котором они не говорят. Думаю, это им обязательно понравится. Это... Сейчас тут так тихо, но с этими людьми произошли страшные вещи. Так. У тебя что за проблемы? Эй, старичок,
Проблемы? Можно и так сказать. Я работал мясником, пока эта любопытная сучка все не испортила. Ко мне люди за мясом издалека приезжали. Я собрал столько наград, что некуда было вешать. На стенах места не хватало. А потом пропал ее маленький сыночек, и меня упекли за решетку. Дай угадаю, ты его убил? Не убивал я его. Я никого не убивал. Это делали мои свинки. Будешь преследовать ее до смерти, а потом? Все просто. Спрошу, каков был на вкус ее сыночек. Занимательный факт. Вкус свинины зависит от того, чем свиньи питаются. Я слыхал, для такой мрази, как ты, есть специальные места. Что мне с тобой делать, я даже не знаю. Вот честно скажу, не знаю. Ну давайте посмотрим. Может, здесь что-то и обнаружим. Собрать необходимо еще 12. Ни хрена себе. 12. Вот как бы мне тебя... В этом городе обитают не только ведьмы. Так, подожди. Какая короткая экскурсия. Похоже, уже поздно. Почему здесь было столько эпидемий? Понятно. Это что у нас? Собираем. Многие храбрые рабочие Салема строили панорамский канал. Тем самым, Панамский канал, тем самым меняя всю мировую систему торговли, и погибли здесь от страшной желтой лихорадки в 1904 году. Ну, не знаю, честно скажу, не знаю, исторический факт это или нет, но может быть, может быть. От этого никто не застрахован. Блин, и налево, и направо. Какой парень? Ну-ка. Изыскание доктора Террора. Что может быть лучше хорошей книги? Это чья рука? Да. Это жертва, принесенная на алтарь науки. Кровавая жертва. Это вуду какое-то, а не наука. Можно и так сказать. Но ведь истинная цель науки — понять, как устроен мир и какие силы им управляют. Мои методы могут показаться несколько негуманными, но это не повод остановиться на полдороги и все бросить. К тому же, теперь у меня полно материала для дальнейших исследований. Мясник какой-то, какие-то... Что? Вы ставили опыты на людях? Да. Большинство и так уже, считай, покойники. Я спасаю, кого могу. А остальным я тоже нашел применение. Это же люди, не морские свинки. Вы правы. А теперь извините, меня ждут дела. Вот такие твари жили. Да и сейчас живут. Уйдите, я работаю. Так, я пришел отсюда. И у меня пока одна дорога вот сюда. Давайте поговорим с девушкой. Так, что это за место? Я не знаю. Они говорили, это вроде бы полевой госпиталь. Прошу, вытащи меня. Это не госпиталь. Он обманывает. Кто? Доктор Троттер. Я не понимаю, в каком смысле не госпиталь? А что же тогда? Просто бойня. Я только хотел помочь, и все. Прости. Так. Ну, помощник, блин, разбородил рану девки. Пристрелить я мало. Эй, не бойся, я просто хочу спросить, и все. Че у тебя с ртом? Ну как? Почему все так умеют прыгать, кроме меня? Пересохшая жопа. Надо бы научиться, что ли. Так, вы можете
вывести на экран метку точки назначения, удерживая, метка перемещается при помощи мыши. Чтобы телепортироваться, отпустите и продолжить. Понятно. А, вот так я туда телепортироваться теперь смогу. Так. Что-то нашел, подождите, читаем. А, новая татуировка у него на спине. Еще одна женщина, но, к счастью, абстрактная. Фемида с весами, но без повязки на глазах. Я спросила, что это значит, и он впервые отказался об этом говорить. Могу лишь предполагать, что у него была какая-то печальная, какой-то печальный опыт общения с неслепым правосудием. Возможно, расскажет позже. Ага, он, то есть, еще и обижен на правосудие. Пипец. Почему я-то как-то в этом замешан? Так, ну вот я здесь. Даже не знаю, куда здесь. Давай, возьмем для начала вот это. А, это обнаружить надо было, ладно. Куда? Куда? Там, блин, второй этаж еще. Подождите, подождите. Граммофон. Меджурналы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте на второй этаж посмотрим, что здесь. А здесь нету ни хрена. Если только вот сюда. Так. Ну и здесь нам тоже ничего не светит. Подождите, я вернулся назад. Что за хрень? Так, подождите, блин, я запутался. Куда мне? Так. Ну, предположим. Допустим. Так. Ну отсюда-то мне только вон туда. Сейчас-то я назад иду. Блин, что-то я недопонимаю, конечно. О. Сюда. Пациент опять бредит. Боюсь, сейчас будет припадок. Сделайте для него, что можете. У него органы отказывают. Уже недолго осталось. Так. Я не могу говорить. Вы не видите? Ему больно. Прошу, помогите. Давай. Прошу, помогите. Понятно.
Все мы тут долго не протянем. Да. А этого я совсем не ожидал. У Ронана новая татуировка, но на этот раз она не связана ни с преступлением, ни с насилием. Она про меня, про нас обоих. Две прелестные розы. Кажется, он считает, что наши отношения навсегда. Он набил ее поверх тату, посвященной родителям. Ну, смотрите, какой хороший парень-то в этом плане. Точно знает, что он хочет и что ему надо. Охренеть, я опять не там. Вы что, твари, творите-то? Так. Куда? Минутку, подождите. На. Так. Куда мне? Погоди, ладно? О, наконец-то. Так. Нету? Нету. Так, мы посюда залезли как раз к ней. Сейчас осмотримся, что здесь не было, чтоб... Давай. Так. Ну, это уже, смотрите, уже как-то облегчает этот телепорт. Не-не-не-не-не, не туда. Внутрь дома. Нет, не получается. Ой-ой-ой. Так. Блин, так-то удобно, знаете. Чем-то типа на портал напоминает. Кстати, портал первый и второй у меня в обе части есть. Смотрите в плейлистах. Да. То, что я немного словно, не обращайте внимания, потому что я сосредоточен и ищу выходы. Что здесь может быть? Охотник на привидение. Мы в сайте. Что за люди смотрят это шоу? Проблема в том, что ты несешь бред. Так. Кричащих фантазмов? Трэвис, по-моему, это перебор. Так, стоп! Дуэйн, сколько раз тебе повторять? Не смей меня поправлять! Ну нельзя же. Надеюсь, лунный свет попал в кадр. Что еще тебе надо в кадр? О том дубле нужно говорить пожестче. Пожестче любишь, да? Ладно, снимай. С вами Трэвис Охотник, и мы в Салеме. Как так, вы знаете, у этого города жуткий... Сюда. Спросить. Что такое? Друзья пошутили? Не-не-не! Не мог дверь придержать, что ли? Ты о чем вообще? Она изнутри не открывается. Теперь ты тоже застрял. У меня занятие. Если меня тут застукают, то лишат стипендии. Я должен выбраться. То есть это даже не твой склеп? Ну, конечно, нет. Если честно, мне уже не по себе. Это парни из Капа Дельта Фи придумали.
Я понимаю, да, традиция, все такое, но это уж слишком. Попробуй еще раз. Только толкни дверь как следует. Поверь, когда выйдешь отсюда, ты перестанешь волноваться насчет стипендии. Он еще даже не понял, что он призрак. Так, ладно. Смотрите, что-то есть. Еще ничего не закончено. Произошло уже немало смертей, но, похоже, грядет еще больше. И их вряд ли можно предотвратить. Боюсь, кладбище будет переполнено. Ну вот так. Вот тебе и раз. Мать Джо боится, что звонарь успеет убить еще многих. Ну да, кстати, она опасалась этого. Ладно. Склепы мы обошли. Кого надо, мы увидели. Кто тут есть? Ой. Ни хрена себе, сказал я себе. Что, не получается? Ну давай. Успокаивайся, успокаивайся. Так. Разорвали. Еще разок. Не получается. Так. Ага, только двери. Да подождите вы! Куда ты? Блин. Понятно. Так, надо вот этих сейчас как-то двоих захреначить. Можно, конечно, их обойти. Ага, на большие ракурсы он, значит, не берет. Вон оно что. У меня есть все шансы, подождите.
У меня реально есть все шансы. Хрен там ты меня найдешь. Да хрен тебе лысого. Да нет. Кого ты смотришь-то? Давай, 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 давай! Порвал! Вот так вот всех нахрен порвал! Надо только угадать, на. И все. С одной стороны несложно, с другой стороны, ну, идиотизм. Так. Ага. Так, здесь что? Вот сейчас какую-нибудь маленькую мелочь. А, подождите, я гоп сюда так попал. Я же сюда посюда попал. Вот по этой дыре пролез. О, как же тут холодно. Да. Так, это что у нас? А, Уильям Пинчон, 1723-1789, главный... летописец, запечатлевший обычную жизнь этого необычного города. Для куртки. Слушай, как думаешь? А, нахрена мне этот летописец? Что он тут? Пися важна, что ли? Я думаю, шансы. Ну, какие-то следы есть. Слушай. Хорошо, что она хочет поболтать. Ну? Клёво, что ее так интересует футбол. Нахрен. Как же мне себя вести, чтобы ему понравиться? Вот тебе весь футбол, нахрен. О, да я же на него практически вешаюсь. Это хорошо, что ты осознаешь, девочка. Так. Что-то я не пойму, куда мне надо идти, конечно. Хоть бы какой-то намек дали. Налево или направо? Ага, значит туда, значит подождите, я сначала сюда, значит схожу. Давайте посмотрим. Знаете, я уверен, что здесь водятся призраки ведьм. Никаких уловок, замечательная девушка. Конечно. Ночью все будет просто супер. А то, кто бы сомневался. Мальчишки существа примитивные. И она все понимает. Да, он мне нравится. Ну вот и договорились. Чтобы сиськи не мять. Так. Еще 6 долей. Так. Еще 5 долей. Блин. Выходим. Здесь точно ничего? Тут тоже ничего нет такого. Чтобы мне стоило знать. Подождите. Что здесь такого есть?
Так. Не дают мне покоя. Что не так опять? Я пересказала Рексу слова Ронана насчет преступлений. Похоже, он встревожился, но не за меня. Просто он знает, как тяжело вернуться к нормальной жизни, если у тебя криминальное прошлое. Даже когда ты полностью изменился, люди не хотят давать тебе еще один шанс. Ну, это правильно. Из-за этого я прониклась к Ронану еще большим сочувствием. Он так хочет стать другим. Мне нужно как следует об этом подумать. Ну да, люди не хотят давать второй шанс. Это я знаю. И неважно, говно ты был или нет, людям такой народ сам по себе. Тут уж извини, подвинься, ничего не поделаешь. Ага, никак. Ну-ка, давай прочтем. Да стой! Я уже только... Вот, подожди, назад. Собрать. Старое кладбище было гораздо меньше современного, так оно расположено у реки, то дважды за историю города становилось карантинной зоной. В 1665 году здесь были изолированные мигранты из Англии, заболевшие бубонной чумой во время плавания через Атлантику. А в 1904 году сюда направили строителей Панамского канала, заразившихся желтой лихорадкой. В обоих случаях несчастных селили рядом с кладбищем, а потом, когда они умирали, здесь и хоронили. Вот такой у них конец. Постой. Не бойся меня. Я хочу узнать, кто тебя убил. Как она тебе ответит? Видишь, у нее что-то со ртом. Да, да, я полицейский. Так, хорошо. Черт, понял. Ты не пытаешься убежать. Ты ведешь меня. Так. Смотрим, что случилось. Ни хрена себе. Ёж твою мать-то. Так и знал. Звонарь. Но почему он захотел убить тебя именно так? Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Все нормально. Я тебе не враг. Так. Убийца утопил Софию с помощью странного приспособления. Да, это действительно страшно. Даже... Я не знаю про договор. Прошу, перестаньте. Что за чертовщина? Договор? Не понимаю, какой еще договор? Да возьми за руку нахрен, давай досмотрим до конца. Нет. Сейчас тебя убьют. Ты еще ребенок, не надо на это смотреть. А придется, ты же детектив. Ломай свою психику, досмотри, узнай правду. София всячески отрицала, что ей известно о каком-то договоре. Звонарь спрашивал ее об этом. Клянусь, я не знаю про договор. Пожалуйста, нет, не надо. За что вы так со мной? А это девочка, запомните. Что вы делаете? Так это вы! Нет! Я не хочу этот умирать! Знак. Я не хочу умирать! Не надо, прошу! Нет! Прошу! Нет!
на тебе. Его знак, он что-то означает. Ни хрена себе. Второй раз меня криком уже вырубают. Ну, вот и все. Нужно возвращаться к Джой. Пошли. А, звонарь нарисовал свой знак на руке Софии. Так. А, сколько-то знаков я не нашел. Ну вот, честно сказать. Я по этому поводу, ну, не расстроился. Потому что... Вон там еще что-то есть. Может, здесь и найду, конечно, но... Так. А эти сигареты сведут Ронана в могилу. Я знаю, что ему нравится курить, но сегодня просто обязана была обсудить с ним этот вопрос. Я сказала, если хочешь дожить вместе со мной до старости, откажись от проклятых раковых палочек. И он ответил, что уже и так много отказался ради меня. На самый вежливый ответ, но таков Ронан. И мне кажется, он не собирается дожидаться старости с его-то жизнью. Ну, тоже как вариант. Давай. О, кстати, мы, по-моему, так и должны сваливать. Так, еще одна. Где-то еще одна осталась. Ронан, я слышала крик. Ты в порядке? Ну, я все еще мертв. Ты ведь что-то нашел? Да, нашел. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел след там какой? Извини. Хорошо, ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп! Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред про казни и договор. Опять договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Да. «Люкс Этерна» — это психбольница. Нормально, как какой в Бэтмене. Какой сюрприз. Ладно, ты готов? Знаешь что? Ты пока иди вперед. Я немного задержусь. Да хрена? А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. А то... А, вон что, это же жена. Вот что он задержался. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Вот этот, наверное, убийца. Кто там, родственничек? Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат, она в курсе.
А ты-то что, почему ночью-то на кладбище? Ну, блин, а вот видите, одну штучку где-то что-то не нашел. Ну и ладно. Сюжетная линия от этого не нарушена. Просто мы не узнали какую-то историю. Вот и все. Хотя истории, как я вам скажу, мне понравилось про труп в котельной. Это пипец. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Найдите в психиатрической больнице выжившую жертву звонаря. Какая-то девушка выжила после нападения звонаря. Возможно, она что-то знает. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Ха-ха.